В столице республики сегодня открылся фестиваль творчества. Это очередное вложение в копилку добрых дел. Напомню, в ноябре в Чебоксарах стартовал марафон «550 добрых дел». Он приурочен к масштабному празднованию юбилея столицы в 2019 году. Прошел во Дворце детского и юношеского творчества. В этот день на сцене выступали и воспитанники детских садов города. Пусть некоторые артисты не совсем уверенно держались на сцене, путались в танцевальных па, здесь это было не главное. Важно, что все они внесли свой небольшой вклад в общее доброе дело. Мы пригласили пожилых людей, малообеспеченные семьи, многодетные семьи. Мы очень рады всех их здесь сегодня видеть на нашем празднике. Здесь выступают самые маленькие наши дошколята, которым от 3 до 7 лет. И они рады показать все, чему они научились, что они могут.